Всех приветствую в преддверии выхода четвертой части. Решил вспомнить третью, хоть она и забагована до ужаса. Но хоть что-то мы отыграем. По крайней мере, до 19 года люди отыгрывали, пусть и с багами, более-менее. Новая игра «Мир в огне», 13 год. Да. Игрок. Выберем страну. Думаю, в Европе начать, потому что Россию там уже куча народу играла. Может, конечно, коммунистов там к власти привести. Я думаю, мы на потом оставим. Так, выберем мы. Так. Где-то есть. О. Отлично, уровень сложности средний. Или поменьше сделать. Блин, давно не играл. Ладно, сделаем вот так. Скорость игры на максимальную. Это что, один день, один час. Там и так скорость, как черепаха тащится. Евро, фунты, стерлинги. Пусть евро будет. Ну-ка, персонажа выбрать хотим. Все из одной партии. Политическая направленность правая. А что, мы не можем направленность поменять? По-моему, во второй же части возможно было. Так, давайте в меню вернемся. Так, что-то я здесь не вижу, как во второй части возможности что-нибудь настроить самостоятельно. Так, игра почти. О, персонализация игры, вот она. Так, создадим набор, название. Да пофиг, один будет. Нельзя, да? По-русски ты еще писать не хочешь. А, нет, это раз по-русски пишешь. Чем тебе название набора не угодило? Ква. Так, персонажи. Глава государств. Где там Германия? Германия. Выбрали? Ну, допустим. И все, что ли? Остальные спачи? Группы. О, политическая партия. Демократическая. Так, а к этому ведущие? Вот их изменим. Так, русский. ЛДР. А почему мы не можем изменить политическую тенденцию? Или она во время игры, в принципе, может, по идее, поменяться, да? Так. Блин, нет сейчас желания никакого сидеть видео, вот, фото обрезать, чтобы он туда совпало. Лидер группы. Хочу, блин, поменять политическую тенденцию. Без этого нам... Нафиг, ну ладно. Во время игры попробуем сдвинуть ее. Черт его знает, может получится. Ну что, поехали тогда. Удачное обращение к профсоюзу. Ну нафиг эту однотипную шелупунью. Так. Неужели у нас ничего не лагает? Случилось чудо, блин. Так. А, нет, это вторая часть жутко лагала. Третья более-менее. Так, почему-то вторая у меня на карте именно лагает. Хотя третья вроде требования побольше берет. Теперь ознакомимся с тем, что у нас есть. Так,
бюджет. Имеется дефицит. Понятненько. Ну ладно, так, это бесполезная информация тут. Валюта евро. Инфляция пока не отображена. Можно из Евросоюза выйти. Надо посмотреть, кстати, или оставить пока его. Пока он Австрию потом аннексируем. Нам Евросоюз еще пригодится. Так. Законы давайте посмотрим. Что у нас тут вообще имеется, начиная с полиции. Так, это бюджет. Политическая полиция. Ты раньше не видел. Или внимания не обращал. Так, или просто патч последний не устанавливал. Так, законодательство. Уровень проверок документов слабый. Непорядок. Количество камер наблюдения, радары, ограничение скорости. Ну, в принципе, ну, нормально. Водительские права, допустимый уровень алкоголя, определить закон относительно... Так, законно и регулируется, ни хрена себе. Что в Германии творится? Едем дальше, секретная служба, так, сразу отправим их гонять террористов. Итальянская мафия, русская мафия. Тотальный джихад. Борцы за целостность Германии. Блин, вот... В четвертой части, да. За них бы к власти прийти. Вообще нормально было бы так. Поддержка у нас пока слабоватая. Посмотрим, что с юстицией. Политических заключенных нет. Плохо. Так... Для всех приговоров срок менее 3 месяца сразу проведем. Там улучшим всех к отношению народа, заодно бюджет чуть-чуть на копейку сэкономим. Так. Иммиграция у нас. Так, это запрет. Определить политику сбалансированная. Нормально. Субсидии для покидающих страны мигрантов отсутствуют. Правильно, нехрен. Начать операцию по оформлению незаконных иммигрантов. Выборочно, в зависимости от интеграции. Начнем, это тоже нам даст баллов немножко сильных. Ну, потом изменим. Сначала сейчас вот это вот немножко. Вот интересно. А мы тут нефть. Идем и поищем. Так. Энергия. Строительство. Ну, вот чисто интересно. Анализ долго идет. Видим сейчас где-нибудь. О! Не, ну это не вариант, но там выход вообще никакущий будет. Здесь максимум, может, если газ где-нибудь какой-нибудь есть. Эй, отменяйся. Так. Кстати, глюк есть, что потом невозможно будет строить эти скважины. Так. Ну-ка, может, тут газа. Да, вот скажем у нас... О!
Вот, собственно, газовую вышку мы построим, чтобы, так сказать, не зависеть. Может, даже две построим. Так, газовую скважину. Не построить, ничего не зависит от подставок с востоку. Так, а строить рядом вторую, они могут друг друга перекрывать, поэтому, ну, средняя. Вот так. Так, а что-то стройка не началась, что ли? Я не вижу их упор. А, не, вон, не видно, действительно было. Так. О, армия. Отряд специального назначения. Надо, кстати, разобраться потом, как они действуют. Средняя зарплата. Ни хрена себе не в еврах получают. Так. Здравоохранение. Соцзащита 60%. Охренеть. Законодательство. Воинской повинности обязательной нет. Так. Эмбарго на оружие. Нет. Так. Здоровьем. Законодательство. Пенсионный возраст 65-65. Минимальный размер пенсии. Ну, в еврах-то нормально. Так. Правда, там и цены, конечно, в Европе. Так. Это льготы на экологически чистые производства там. Регулировать самоубийство. Терпением допустимо. Охренели, что ли? Незаконно. Ладно, отложим на потом. Давайте еще через день пропустим. Посмотрим, как народ отреагирует. Безопасность, окружающая среда. Нам надо сейчас очков набирать, прежде чем что-то вот такое серьезное проводить. Потом возьмем здравоохранение и построим 4, 14 лечебниц. По всей территории. Посмотреть, кстати, безработицу, мы же так потихоньку даже будем снижать. Если же постоянно что-нибудь строить. Строить родильные дома. Вот тут по максимуму. А социальные центры. Спиток где-нибудь в Баварии. Ну и больницы. 13 штук для начала. В Берлине. Вот так. Ну-ка еще день пропустим. О! Сразу 76. Так. Сейчас почитаю, что не дают. В общем, понятно. Спецназ. О, Европейский Союз. Действительно, я за европейские страны не играл, которые в Евросоюзе были, поэтому... Выйти из Евросоюза и выйти из организации. Разные, что ли? Так, повестка дня ближайшего европейского саммита. Брюссель, 07.02. В феврале, значит. Программа, следующий саммит. Тишина, не слышно, не видно. Так, работа. Так. 50% хватит с вас. Так, установить деятельность выплат по безработице. 16 месяцев. А чешу еле, что ли? Экономим бюджет. 10 сразу. Так, установить продолжительность рабочей недели. А, это в часах, да? Допустим, если в день человек у нас будет работать по 8 часов, 5 суток по 8 часов, это 40. И давайте сразу не будем народ так напрягать, посмотрим на реакцию. Вон, чуть-чуть ухудшилось.
Да, даже забастовки. Но манифест-то не закончится. Посланник, семейные ценности. Старейший человек в стране. Кстати, да, надо посетить какую-нибудь электростанцию там. И что-нибудь в этом духе. Так. Или больницу лучше. Он же больницу там строить начал. Так, вот. Значит, красных суббот, выходной день. Учреждения. Бум-бум-бум. Ага, это встреча. Нам надо зайти будет в главу государства. Коммуникации. О, рекламировать движение. Больница. В Берлине. Ага. И потом ты посетишь больницу. Баварии, пожалуй, воскресенье. Так, продвижение, гуманитарная помощь, антисоциальная политика. Кстати, что там с религией? Ладно, едем дальше, доберемся потихоньку, по очереди сейчас посмотрим. Повышение квартплаты не регламентируется. Компенсации собственникам так раз. Компенсации за что-то. Аварийное состояние. Вот это да, надо реабилитировать, ремонтировать. Все дело исправлять потихоньку. Сейчас посмотрим, что у нас с безработицей. Где что есть? А, вот работа. Безработица, безработица. Ну где-то в районе 5%, потому что тут повозки пока ни хрена нету. Вон только стоимость увеличения. И нифига не понятно. Да, этот закон так обсуждается в парламенте. Бундестаг, Бундесрат. Да, у Германии тут. Все так интересно устроено. Сначала партии, потом вот от региона люди. Так, еще денек пропустим. О, 75. Рейтинговое агентство. Госфинансы. Ну, бывает немножко. Все, посетили. Так, ты кто такой? Просьба о встрече. Премьер-министр. Так, во. До экологии доберемся. Сейчас семья. Так, размер детских пособий. Политика ограничения рождаемости без ограничений. Так, использование конца... Блин, хрен выговоришь. Ага. Нам не дадут здесь особо пока. Покуролесить. Законен по запросу. Аборт у них. Так. И законен за исключением случаев. Так, понятно. Вот бюджет заодно чуть-чуть сэкономим. Принять. Так. Больше в законы пока не лезем. Пока вот это еще. Чего? Нафиг этих хомосехов. Надо будет потом откатить потихоньку. Потихоньку откатить. Смотрим. Образование. Законодательство. Так. Уровень образовательной системы. Проверка и контроль школьных программ. Минимальный. Так. Понятно. В 15 лет они могут уже на работу идти. Школьные каникулы 60 дней. Это общий за год. Так, летний. А, это летние каникулы. Так. Ладно, тут ничего не меняем. А, так, здесь тоже пока ничего не меняем. Исследование. Открытие можно.
огласить. Мы можем ядерные бомбы, кстати, клепать начать. Посмотреть, что у нас с ними творится. Культура, культура. События, фестивали всякие. Свобода, критика в адрес государства. Свобода самовыражения, критика. Почтительное отношение к вере. Так, цензура. Тоже цензура. Так. Мы, кстати, на втором месте по бюджету культуры ВВП. Выше только Британия. Ага. Так, ладно, пока ничего не меняем. Спорт. Тоже пока ничего менять не будем. Страна. Столицу можно поменять. Кстати, чтобы ее поменять. Ладно, не будем ничего менять. Федеративная республика, режим парламентский. Все сменим потом. Тут, ну, культа личности понятно, что нету. Кабинет. Так, парламент. Так. Так, вот наша партия. Полномочия парламента. Ну, понятно, на самом максимуме у них система выборов. Срок полномочий. Так, референдум, процедура голосования, во время которой участники голосования напрямую высказывают свое мнение без посредничества парламента. Он касается социальных вопросов, если большинство проголосует за, так утвердительный текст принимается и вступает в силу. Потом. Так, все потом. Выборы. Минимальный избирательный возраст 18. Порядок выбора, один тур, правильно, не фиг тянуть. Количество повторных сроков без ограничений. Ух ты, вообще нормально. Как в Беларуси. Так, изменить, ну, время на посту. Потом можно поменять, он только заступил. Система выборов парламент. Парламентский так. Полномочия. Так, дипломатия. Политические партии наши посмотрим сразу. Крайне левые. Коммунистические. Крайне правые. Левые колги. Вот эти вот проценты шоу у нас, значит, это на последних выборах, да, сколько набрали? Политические партии. Можем запретить, поздравить, критиковать. Но это потом, когда мы власть уже свою укрепим, так сказать. Синдикаты всевозможные. Они же профсоюзы. Студенты. Так. Потом ассоциации. Фу нафиг вот этих гадов. Надо будет их потом. И вот этих туда же. Устроили тут, понимаешь. Откатим, так сказать, до 40-х годов. Турки. Нахрен турков. Так. Так. Религии. А в процентном соотношении католики, другие, протестанты, мусульмане. Три. Так. А других тут нет. Так, ладно. Влияние религии государства. Полная свобода всех, непорядок. Это мы тоже потом изменим. Секты. Секты, секты. Они не запрещенные, да? Нормально. Нормально. Ключевые фигуры. Понятно. Давайте-ка мы недельку отмотаем, чтобы у нас законы наши принялись.
следующий саммит. Соблазн для экстремизма. Блин, что у вас там происходит в Берлине опять? Так, договор о стабилизации цен. Your presence is, of course, necessary. Так. Situations always generate tension between communities. Общины нафиг всех выгнать. Чё ты манифестуешь? А, антисоциальная политика. Коммунисты эти. Так, где там наши? Секретная служба. Ну, правильно, вот выбрал. Бюджеты повысим. Так. А, еще и министерство сейчас будет бюджет пересматривать. Так. В общем, устранить человека. Кого бы устранить-то сразу? Не то. Ассоциации, союзы. О, другие партии. Кто тут самый недовольный нами? Коммунисты больше всех барагозят. Генеральный секретарь. Устранить. Ну, теперь недельку отмотаем. А, у нас там еще же встреча. Еще рейтинговое агентство. Госфинансы. У нас там встреча. Буквально вот уже должна быть. Ну, война, да, но сначала надо... Так. Этот вообще какую-то непонятную ахинею несет про эмпатию. Так. Сначала власть свою укрепить. Хреновый, конечно, прогноз. Но госбюджет растет. Потихоньку. Что у нас с безработицей, кстати? Она отображается наконец? Нет, ни хрена. Надо хотя бы месяц, чтобы более-менее. Где там эти иностранные? Да, блин. Sometimes I don't know what century you are living in. Marijuana is still illegal, even though everyone uses it. Чё за мудак? Близкий друг государства, пошёл он нахрен. Его тоже устраним. Так. И эту туда же, блин. Понаехали тут, понимаете. Опять какую-то хинею несет. Блин, где эти мудаки, которые... Во. Так, если этот опять что-нибудь, операции, так, немного смазанной ликвидации. То есть косичнули, да? Надо тоже, кстати, с кем-нибудь встретиться. Дипломатия. Запрос о встрече. На 22-е, да. Теперь неделю перемотаем. О, законы были приняты. Так, принято. Тоже, походу, принято. Короче, все законы, которые мы покрутили, походу, были приняты. Вот это вот что за морда. Так. Агент внедрён. Ну, начинай операцию тогда. 73%. Энергетика. Ой, блин, сколько много лишнего микроменеджмента, а? У нас разрешение, по-моему, немножко косяковое стоит. Так. А тут мы его хрен поменяем, да? Ладно. Чё я хотел?
Энергия, демонтаж, строительство, действие. Электричество. Освободить. Так. Не могём почему-то. Не могём. Так. Снять полное эмбарго. Так. Так, 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 так. О, окружающая среда. Загрязнение атмосферы, химическое, это все надо очищать потихоньку. Беспорядок какой-то вообще. Катастрофа. Ну какое тут извержение вулканов? Так. Что, опять ждать, пока они там закон примут? Законодательство. Так, Киотский протокол. Готы. Ни хрена себе расходы. Не могём мы себе пока такое позволить. Так, еще денек. Угу. Ну, держится на более-менее стабильно. Так. Теперь. Промышленность. Так, здесь же была как-то возможность их и национализировать эти. Курс во времени. Но это курс общий евро. Она же не только у нас используется. Так. Блин, опять сюда зашел. Промышленность, все отрасли. Это что такое у нас? А, это то есть авианосцев у нас нема. Нема авианосцев, действия. Ну, вот уровень национализации. Так, где? Во-первых, газ, так. Фу, какое нафиг авиастроение? Нет, это же к добыче газ у нас должен, по идее. Вот, к энергии. Действие. Так, управление, установление цен, освободить, эмбарго. Разрешить, не то. Газ. Так. О, уровень национализации. Полностью приватизирован. Выступим по телевидению за это дело. Так, предложим ему Куфо. Не ходи тут, сволочь. Какой-то ограниченный здесь вообще выбор. Можем ему что-нибудь продать. Автомобили могём продать. Так, алюминька нету. Бумага тоже. ГСМ газ это у нас. Проблемно с этим. Молоко. О, ну хоть что-то. Как говорится, пива в Германии самим не хватает. Так. А, птица. А, робот. Так. Свинец. Уран. Что у тебя тут вообще есть? Яблоки есть? Ну да, ты ж не Польша. Ладно. Ой, пункт 5. Ну что бы тебе
Святый цемент. Уголь. Что тут есть вообще? Сталь. Понятно, самим ни хрена не хватает. Свинец был, свинина. Сахарная свекла. Тоже не вариант. Рапс. Парфюм, косметика. Отправить. Принял. Все, бывай. Армия нас поддерживает. О, законопроект принят. Ну, нормальная такая поддержка, 72%. Газета. Так, а это что такое у нас? Ветряки, ветряная ферма. Так, армия, юстиция, полиция. Жилье еще немного. Чтобы рейтинг повысить, параллельно начнем готовиться к захвату власти. Так. Странно, не то. О, парламент. Полномочия. Принимает законы, вносит вот им недоверие. Главе правительства, но не главе государства. Потихоньку начнем действовать. Постепенно. Больше народ сейчас забелится опять. Да вроде нормально. Проблемы молодежи, спортивные площадки. Вот, параллельно спорт немножко прокачаем. Бейсбол. Нафиг. Тупая американская игра. Так. Велоспорт, бокс, фехтование. Американский футбол нафиг нам не нужен. Так, вообще. Хоккей на льду. Дзюдо с карате. Строительство. Комплекс один здоровый построен в Берлине. Два в Баварии. Так, стадионы по всей территории. Бассейны, да, бассейнов можно и побольше везде раскидать вместе с катками. Еще день. Просьба о встрече, ладно. И все более-менее. Что у нас там? Секретная служба. Идет ликвидация. Отлично. Блокада дорог. Знак протеста против политики правительства. Подождем пока. Может, сами рассосутся. Так. Народ перекрывает дороги. Сокращение полномочий Бундестага. Еще день подождем. О, ликвидировали. 45% сняли. Отлично. Блокада дорог. Привлечь полицию. Нафиг. Так, ну и... О, разогнали наконец. А то устроили тут, понимаете. Асфальт пропитан кровью. 32 погибших. One of my men succeeded in infiltrating Key Center. Так... Принят закон, отлично. Теперь нам вотум недоверия не вынесут. Случить его. Так, долг. Что у нас с долгом? Долг растет.
Так, ну еще недельку отмотаем. А хрен бы там, тут сразу договора всякие приволокли. Закончить. Так. Ну, неделю ждем. О, выборы. Ой, тьфу, блин, выборы. Голосуем за максимальный дефицит бюджета стран-участников 3%. Так, договор с Табицидактой. Зафиксирован 3.08. Нормально. Агенты внедрены, пора действовать. Уничтожить. Так, и внедрить. Так, Берлинский фестиваль. Конечно, примем участие без этого. Так, бюджет. Так, дефицит вроде потихоньку исчезает. Потихоньку, помаленьку. Услуги. Банки. Частично национализированы. Так. Печатная пресса. Тоже начнем. Частично не хотят, да, прессу брать. Ну ладно. Так. Банки, воздушный транспорт. Ну не хотят пока, ладно. Повысим тогда расходы, ну, на исследование тогда. Ух, ни хрена себе цены. Так. Да отменись сразу так. Ах, чешуеть. Ах, чешуе, чешуе сказать. Не можем пока повышать. Но только если мы снизим расходы где-нибудь в социалке. Так. А где мы можем снизить расходы? Тут в миллионах идет. Не вариант. Помощь. Надо что-нибудь такое, что за раз нам 5 миллиардов бы сэкономило. Так, здоровье. Минимальный размер пенсии не то. Так. О, точно. Кажись, нашел. Минимальная оплата труда. Блин, народ не поймет, если столько срезать. Вот рабочую неделю повысим. До 40. Опять манифестации. Объединенные рабочие. Пройдет. Он сейчас в полиции. Повысим содержание там. Так. О, политическая полиция. Тут в миллионах идет, и что можно спокойно повышать. Численность повысим. Уровень преступности падает. Хоть что-то радует.
Уже февраль, можно сейчас по безработице посмотреть. Должна уже статистика-то появиться. Ага, безработица резко падает. С 5,5% до 5, ну и 42, допустим, где-то. Где-то так. Валюта. Инфляция падает, это хорошо. Это хорошо. Чё он опять манифестация? Сидячая забастовка. Разогнать. Нафиг. Устроили там. Антисоциальная политика, блин. Все нормально. Количество манифестантов 2000. Все, разогнали. Майданутых. Так. Итальянская мафия. Частичная ликвидация. Какую-нибудь магистральную дорогу построить. Нефтепровод. Он как, именно от месторождения идет или пофиг, без разницы? Ага, он через вышки, через какие-то, хрен пойми, как это все работает. Прогресс. Так, нормально. Потихоньку стройка идет. Ну шо опять народу не нравится? А, продолжительность рабочей недели. Внедрен, устраните. Так. Танки, танки. Чуть не с какие-то танки устаревшие, честно говоря. А, объем производства 32. 30 танков мы закажем. Так, пусковые установки. Тоже можно десятку заказать. Вертолеты. Что у нас тут совсем все хреново? Истребители. Одна штука. Так, опять манифестует. Вот уроды. Так. Да стоп ты. Да, соглашение подписать. Теперь день пропустим. Газета, рейтинг повысить. Чем-нибудь. О, транспорт. А, танкеры нефтяные нам не нужны. Метро и трамвай. После территории нафига нам столько метров и трамваев в Гамбурге построим. Аэропорты, аэропорты, автодороги. 500 километров новых автодорог. Скоростной поезд, допустим. Допустим. Берлин, Нюрнберг. Принять.
Что там по безработице у нас? Ни хрена себе. 8,7. Откуда столько? Так. Откуда такая безработица? Что у вас? Кинофестиваль у нас. Кстати, касательно безработицы. Ну, скакануло-то вверх. Контроль, выплат по пособию. Нет. Так, это не надо. А вот это вот. Ни хрена себе в миллиардах. Охренеть. Ну что делать, это потом окупится. Я знаю, откуда безработицу нам лишнюю деть. Не хотят выметаться, да? Ну ничего, я потом вон туристические визы обижу. Нефиг тут шарохаться, кому попало. Так, температура. Так, бурагосит, бурагосит потихоньку. Ну, рейтинг более-менее сейчас стабильный. Так, бюджет. ВВП вроде растет, значит сейчас запись на паузу, чтобы не глючило, на месяц перематываем. Посмотрим, что у нас с бюджетом будет. Так, посмотрим, что тут у нас. Так, крепкая память. Долговые обязательства. Понятно, но нам бы в плюс выйти. Что у нас с бюджетом? Ох ты, профит, наконец-то. Наконец-то. Валюта. Инфляция пошла. Так. Чего хотел? Хотел чего? Чего ты хотел? Что у нас с безработицей? Стабилизировалось. А, посмотреть госдолг. Ну, он потихоньку снижается. Ну, тогда так и будем делать. Потихоньку снижать будем госдолг. И потихоньку, потихоньку, помаленьку проводить реформы. На незаконность сразу народ не пойдет. Но от катаем гражданский самый союз. Опять бурагозить сейчас будут. Нет, вроде тише. Бедствие. Давайте им поможем. Просьба о встрече. Встретимся, чё уж. Опять у нас информация к этот разведчиков. Погиб при выполнении. Что-то там насчет религии хреново был. В газете что-то написали наверняка. Так, сейчас найдем. Страница в мире, а наша страница где? Интересно, у нас ничего не происходит, значит. Внедрить. Так. Уничтожить.
отменить нафиг. Ой, не то, что-то я понажимал. Ну ладно, хрен с ним, сейчас узнаем, что происходит. Закончить там, еще 61 подтянется. Где он есть? Канада. И что ты хочешь, канадец? Так, закончить. Теперь семья. Так, установить размер детских пособий. Повысим. Политика ограничения рождаемости нет. Закон относительно аборта. Так, оставим пока. Так, народ, в общем, тут не ходит пока никак. Пенсионный возраст. Ни хрена себе расход в миллиардах. Охренеть. Ладно, тут пока ничего не трогаем. Армия. Бюджеты, бюджеты. Ой, я придумал, куда мы сейчас. Выложимся. Законодательство. Уровень проверок документов средний. Образование. Так. А, ну это миллионы это. Могем на всю катить. Подготовка преподавательского состава. Так. Персонала побольше. Построим. Школы начального, среднего, высшего. Даже университетов построим. Парочку. Где-нибудь в Нижней Саксонии. Свобода системы образования. Так. Могут ведь и не принять. Так. Союз Европейский. Что там? Хрен пойми, что за программа у них там следующая. Валюта евро. Квота. Какая-то процентная. Что у нас с долгом? Долг потихоньку уменьшается. Что есть гуд. Так. Так. Не имеет права голоса. Не хотим, да? Так, так, так. Ладно. Так, ладно. Спорт. О, СМИ. Так. Телевизионные каналы. Вот закон какой-нибудь протолкнуть, чтобы самому закон выводить. Так. Ниждя голосования. Так. Ага, вот он недоверие права не имеет. Отлично. Народ пока молчит. Молчит, а мы сейчас его пока чем-нибудь другим заткнем. От
Отвлечем, так сказать. Так. Почему-то не могем. А, людских ресурсов. Неужто безработица закончилась? Недельку пропустим. Так, проблема. Внедрен, уничтожь тогда их. Законопроект принят, теперь спорт. Повысить. Нет. А пофиг, все повысим. Так. Кроме бейсбола, тупой спорт. Так. Гольф туда же. Так, так. Американский футбол тоже хрень полная. Так. Что у нас тут еще? Волейбол, парусный спорт, стрельбы, теннисы, всякие разные. Лыжи. Промышленность. Начать национализацию. Уголь. А, где-то есть уголь, уголь. Уровень национализации. 50 лямов на уголь. И миллиардов даже. Атомная электроэнергия. По-любому надо потихоньку национализировать. Куда ее в частные руки-то? Ты что? Сдурели, что ли? Так. Работа. Служба занятости. Так. Немножко в минус, конечно, ушли, но это сейчас исправится. Так. Следующая неделя. Нет. О, отлично, ликвидировали частично. Внедрить. Поехали дальше. Ох ты. Захват заложников нам плюс 15. Ну-ка. Что у нас там с заложниками? А хрен его знает. Просто какой-то захват заложников непонятный. Плюс 15% сразу. Парламентские выборы. Предварительные выборы только что начались, господин канцлер. Это процедура, в которой участвуют только члены политических партий. Позвольте определить официальных кандидатов. Дни до выборов 135. Ваш рейтинг среди наших участников очень высок. Нет смысла сомневаться, что вы должны выдвинуть свою кандидатуру. Да. Следующий саммит. Ой, еще посмотрим. Глава правительства, конституции. Коммуникации. Так. О, выборы. Компании. Строить предвыборное собрание в Берлине. На воскресенье. Голосуй, не голосуй, все равно получишь ничего, да. Так, ага.
Ну и чё ты хотишь? По-моему, более чем. Так. Более чем. If we yield today, we'll be opening the... Так. Да я бы тоже на сделку бы не пошел, но, блин, у нас выборы скоро. Выборы, выборы. Секретная служба. Бюджет повысить вам. Пушит наш бюджет скаканул. Вполне можем себе это позволить. Так. Так, где это... Как она? Внешние. Агентурные сети. Беларусь, не то. Китай. Китай как приоритетный. Тут что операция метеора обозначает? Хреново. Промышленный шпион наш. А, добро пожаловать. Вот так. Определение размера, в котором будет облегчен долг бедных стран. Перед Всемирным банком. Our governmental cell informs me that it has had the opportunity to... Так. Долг не уменьшен. Будет отлично. Выборы. Голоса мертвых душ. Да мы и так, я думаю, победим. Так. 3 месяца. Да у нас за это время выборы закончатся. Хотя не, не, несколько дней у нас в запасе будет. Несколько дней в запасе будет. Так, строительство развернем. Домов родильных нафигачим сейчас. Так. Больницы туда же. Ну и нифига нам рейтингу не дописали. Сволочи. Так, окружающая среда. Ох ты, мы же налогами еще можем рулить, кстати. Что у нас там? Долг. Долг уменьшается. Валюта инфляцию ловит. Налогообложение НДС, подоходный налог. Налог на авиабилеты, налог на недвижимое имущество. Наследие, так, акцизы, табак. Так. Объявить налоговую амнистию. Ага, не могем. Так. Так.
благотворительность, да? Это надо. Это вещь полезная. И армию надо увеличить. Обязательно. Так, посмотрим, что у нас там с работой. Показывают, что безработица еще есть. А что нам говорили, что рабочих рук не хватает? А, надо... Надо, где тут строительство, потихоньку в свои руки брать. Так, диски, банки, все отрасли. Не то, да? Давайте потихоньку начнем транспорт национализировать воздушный. Лотерею ставки тоже надо за ним следить потихоньку. Так. Госсектор. Что ты хочешь? Так. Армия, да? Ага. Вот, отлично, у нас ракет-то ядерных ни хрена и нету. А что мы могем только две штуки произвести? Четыре. Во. 8 для начала связаться с черным рынком. Так, авианосцы, самолеты, танки, бронетехника. А если мы у них купим, допустим, 200 танков? Так, купим у них боевые самолеты. Так. Черный рынок. Самоходные пусковые установки. В общем, потихоньку будем закупаться. Посмотреть, что у нас прибыль и убыль населения. Здоровье, наверное, да? Где там смотреть-то у нас сам? А, вон население. О, рост населения, по крайней мере, растет. Синдикаты. В преддверии выборов лучше не чудить особо. Образование, говорите, надо повысить. Да не вопрос. Бюджет. Мы можем сейчас себе это позволить. Так. Строительство, стройка идет. О, культура. Памятники, музеи, цирки. Киноблокбастеры. Все поддержим. Так. Все поддержим. Комиксы, литература, фотографии, видеоигры тоже. Тут даже все. Театры. 4 театра. Где-нибудь в Сааре. Один театр побольше в Баварии.
Один очень большой в Берлине. Так, муниципальных театров можно. Фу, блин. Строить без разбору. А мы можем только в одном регионе, да? Пусть будет в Баварии. А что ты не строишься? А, вот. Так, национальные музеи. Вот это тоже, кстати, вещь по всей территории. Ладно, в Берлине. Дофигища музеев будет. Музей мирового значения. Один в Берлине. Да, блин. Второй в Бремене. Большая библиотека. В Нижней Саксонии. Памятник, возведенный в честь главы правительства. Можем в Берлине одну штуку и построить. Не море. А вот так. По всей территории. Короче, заодно безработицу уберем. Госсектор, молодежь. Почему выше не поднимается, а? Так, работа. Безработица потихоньку падает. Так, семья. Размер детских пособий повысим. Так. Не захотят пока. Эх, не захотят. Не захотят, ладно. Армия. Так, оружием-то оно считается необычным, так. Принять. Так, запрет на выезд, издать приказ, установить, так. Сколько у нас сейчас всего рабочих, профессиональных? 250 тысяч. Мало, честно говоря. Надо потихоньку увеличивать. Потихоньку, помаленьку принять. А, почему-то не принимается. Так, нашей гражданской промышленности мы можем трансформировать. Так, ага. Угу. Понятно. В общем, потихоньку работа идет. Бизнес лидеры currently marching through the city relatively calm. Так. Бизнес-лидеры, блин. Пошли не нафиг эти бизнес-лидеры. Так, услуга 30%, так, направлены на развитие АПК. Ну, пускай будет стандартно, сколько они там выставили. 36,56. Ну и нормально. Сельское хозяйство. Ой. Или что такое? Так. Так. Картофель, он же бульба. Уровень национализации. Потихоньку. Начнем здесь уровень национализации. Лес обязательно. Так. Армия нас поддерживает. Отлично. Госфинансы. Мы чуть-чуть снизились. Бывает. Работа, законодательство установить.
размер, так, продолжительность рабочей недели не то. Где там эта пенсия? Здоровье. Законодательство установить. Так, изменить. Пенсионный возраст. Так, поехали. Так, так, груз прибыл, нам, походу, технику доставляют потихоньку. Страна. Так, парламент. О, глава государства, давно нигде не выступал. Заодно в административных учреждениях портреты расставишь. Он в больницу в Тюринге. Сгоняй. Так, за нас кто голосует? Нормально. Нормально. Так. Что бы еще? Транспорт. Бюджет повысим. Промышленность. Так. Так, где-то здесь танки должны быть по-любому. О. Субсидировать. Один. Что, нельзя? Больше миллиона. Так, ну ладно. Сейчас будет. Девять. Принять. Ух, ю. А, это в миллионах точили. Так. Бизнес лидеры. Скребали эти бизнес-лидеры по городу ходить. Какой дефицит бюджета? В каком месте? Так. Что там до выборов-то у нас? Выборы, выборы. 22-9. Так. Так, пообещать безработицу снизить. Так, оптимизация бюджета, остановим миграцию. Так, вперед в будущее. Так, что бы еще улепить? Семья превыше всего. Достигнуть показателя рождаемости. О, в великой стране великую армию. Мне вот это нравится. Так. Еще месяц пропустим. Так, отмотали, да? Предвыборную кампанию начинает. Так, а мы, наверное, пожалуй, на этом закончим.
продолжение в следующий раз. Всем пока.